В Якутск приехал олимпийский чемпион по лыжным видам спорта Никита Крюков. Совсем недавно он стал трехкратным чемпионом мира. Вместе с Сергеем Устюговым они принесли сборной России золото в командном спринте. 51-й чемпионат мира прошел в финском городе Лахти. В Якутск спортсмен приехал для участия в турнире «Гонка звезд». В этих соревнованиях Крюков принимает участие уже во второй раз. В этом году конкуренцию ему составят 11 пар лыжников. Сразу после турнира Крюков отправится на сборы в Алданский район. В прошлом году очень тяжело было выиграть. И Михаил Соснин, и Александр Филиппов составили мне очень сильную конкуренцию. И я думаю, был бы финиш метров на 10-20 дальше, то Михаил бы меня обогнал. Я уже на морально-волевых, или, как говорит тренер, на опыте, я вытянул вот эту победу. Так что будем надеяться, что в этом году будет так же.